Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ОСАГО в ближайшее время может подорожать. Это произойдет, если Банк России даст согласие на расширение нижней и верхней границ тарифного коридора на 10%. С такой просьбой к регулятору обратились страховые компании. Иначе, говорят они, нам будет трудно выполнять обязательства по автогражданке. Стоимость запчастей из-за девальвации рубля увеличивается, и полноценный ремонт авто после ДТП невозможен. Трасса 101. Один из депутатов Госдумы призвал власти страны снизить стоимость бензина и дизельного топлива. Мол, непростое время сейчас, обвал курса рубля, коронавирус, давайте людям хоть как-то поможем. Опять же, бизнесу будет легче, он увидит, что о нем заботятся. Но, конечно, зря старается народный избранник. Ранее в правительстве заявили, что горючее не подешевеет, если только чуть-чуть. Видите ли, стоимость нефти на мировых рынках и цены на бензин в России никак друг с другом не связаны. Трасса 101. В России тестируются дорожные камеры, которые выявляют водителей, разговаривающих по телефону без гарнитуры. Система обладает элементами искусственного интеллекта. Запустить ее в первую очередь хотят в Москве. Конкретные сроки не называются. Напомню, что штраф для водителей за разговор по сотовому во время движения сейчас составляет 1500 рублей. Трасса 101. Стартовал прием заказов на «Шкода Рапид» второго поколения. Автомобиль стоит минимум 792 тысячи рублей. За топовую версию придется выложить почти 1 200 000. «Лифтбэк» предлагается с одним из трех бензиновых моторов объемом 1,6, мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и объемом 1,4, мощностью 125 лошадей. Начальная версия предполагает наличие, например, полностью светодиодной оптики, датчика давления воздуха в шинах, аудиосистемы с 4 динамиками, а вот кондиционер в базе отсутствует. Трасса 101. В нашей стране сейчас насчитывается 28 с лишним миллионов легковых автомобилей иностранных брендов, информируется агентство «АвтоСтат». Для сравнения, 5 лет назад было на 5-6 миллионов меньше. Самая распространенная иномарка – Kia Rio. На второй строчке Hyundai Solaris, бронза у Ford Focus. Также в первой пятерке находятся Toyota Corolla и Renault Logan. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.